В этом году у нас предусмотрено мероприятие на 10 объектов, 6 из которых это городские объекты, Петровско-Камчатский городской округ, и 4 объекта на дорогах регионального значения. Работа выполняется практически на региональных дорогах. На обширной территории это трасса Мильково-Ключи, Эсса Крапивная, Паратонка, но и также Николаевское кольцо, на котором будет произведено устройство линии наружного освещения с подходами. Работа выполняется, заказчик в лице Камчатпрофтодора осуществляет контроль, есть вопросы по доставке материалов. В целом работы по Крапивной Эссе выполняются устройством 4 водопроводных сооружений. Работы выполняются в соответствии с графиком. Касаемо работ по Паратонской трассе, идет устройство основания путем холодного ресайклинга, а также идет уже устройство выравнивающего слоя. По дороге на трассе Мильково-Ключи, 84-94 километр, работа выполняется с опережением, и в принципе мы видим, что возможно работа будет выполнена досрочно.